Итак, доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Глеб, и мы продолжаем проходить Дангард. Итак, нам нужно укусить этого жреца Мотылька, чтобы он стал нашим трэлом. И сейчас нам нужно отдать ему приказ отправиться в замок Волкихар. Во имя богов, будто глаза мои наконец открылись. Меня слепит свет твоего величия. Я подчиняюсь тебе. Что от меня требуется? Приказываю тебе отправиться в замок Волкихар. Конечно. А где мне искать этот замок? У северного побережья Скарима, к западу от Селитюда. В таком случае я уже отправляюсь. Окей. Так, стоп. Доложить Харкону. Окей, сейчас... Скажем только... Давайте-ка возьмем меч, мало ли чё. Кстати, мы обыскивали их? Обыскивали, все. Так, куда? Куда мне идти? А, ну да, сюда. Чё за глупые вопросы? Так, и чё, это все? Больше никто на нас не хочет напасть? Странно, я думал, что на нас еще кто-то должен напасть. Эх. Ну ладно. Блин. Так, она там за нами идет. Идет. Вот и славненько. О, ничего себе этот разгон дал. Даже я его догнать не могу. Хотя, ну-ка. А, не, догнать смогу. Да, догнал. Какие будут приказания? Никаких. Добраться до замка Волкихар. Ну что ж. Выходим. Интересно, сейчас день или ночь? Ну, наверное, день, потому что мы не так давно заходили. Там явно день. Холодный день? Нет. Холодный вампирский... Ой. Господи, в холодный... Какие будут приказания? В холодный скоримский день. Носочки, теплый день. Не знаю, что-то вдруг рифма пришла в голову. Ладно. Неважно. Так. Замок Волкихар. Странно, я думаю, что нас там должны сейчас встречать с засадой. Или еще что-то в этом роде. Но нет. Все нормально. Сторона. А ты еще откуда? Что? В чем? О! А все-таки я был прав. А тенегриву. А тенегрив что-то даже не отмечен как тенегрив. Вот это прикол. Так, один здесь. Ну, сейчас я ему задам. Так, где там у меня? Сейчас я ему покажу всю мощь моего разрушительного превосходства. Где он? Или кто там у нас? Сначала я подумал, что это дракон. Думаю, как? Давай, давай, давай. Желаю удачи в твоих начинаниях. Воу. Я так смотрю, тебе не нравится то, что я тебе, блин, делаю. Ой, я тебе сейчас так... Оп, оп. И все. И твое жалкое существование закончилось. Так, забираем болт. И все. О. А куда это она? Ты куда? Ты чё, все уже? Отбой. Кстати, а здесь что-то восстанавливается у нас это. Магия и прочее. Хотя до этого не восстанавливалось. Может уже это, ночь? Ну-ка. Блин, минуточку. Ну да, тут на этих, на часах. Ну, на импровизированных. Где-то 10 вечера. Если, конечно, я не ошибаюсь. Но явно не утра. Если бы было утра, то... Нас бы так нехило сейчас ударило. Ладно, давайте-ка уже... Скажем ту лорду Харкону, что все готово. А он нам... Ну, подарочек сделает. Надеюсь. Хотя, какой к черту подарочек? Так, давай, загружайся быстрее. Интересно же, что дальше? Я же не помню. Уже давно проходил. Напомню, очень долго. Точнее, недолго, а очень... Хотя не, очень долго играл вот этот Дангард. Так, ну что? Молодец. Почему-то я так и думал, что именно вы с Сираной найдете нашего жреца-мотылька. Не послышал, что он сказал жреца. Ладно, я сделал жреца-мотылька своим трэлом. Да, я вижу.
Полагаю, захватить его было не так уж сложно. Я не подозревал, что тебе известно, что такое... Так, не то. Придержи язык. Так, Стража Рассвета сражалась там... Ой, тут твою мать, извинись. Стража Рассвета была там. Они сражались хорошо, но этого было недостаточно. Они упорны и хорошо вооружены. Но очень глупы, если надеются справиться с нами. Придет время, и мы покончим с ними. Итак, твой Трелл ждет. Мы дали ему древний свиток. Прикажи ему прочесть. Давай выслушаем слова пророчества вместе. Давай. Где он там? У здешней жизни масса. Вот и где. Я выполнил твой приказ и прибыл сюда. Так, у меня для тебя новый приказ, Трелл. Конечно. Что теперь от меня требуется? Так, ты должен прочесть древний свиток. А, да. Древний свиток. Признаюсь, я жду этого с нетерпением. Так, тогда начинай читать. Приступаю. А теперь прошу всех соблюдать тишину. Ты что, невидимым стал? Мне нужно сосредоточиться. Предо мной видение. Это образ великого лука. Я знаю это оружие. Это лук Ауриэля. Теперь голос шепчет: среди детей ночи возвысится ужасный властитель в эпоху смут и раздоров, когда драконы вернутся в мир людей, тьма смешается со светом, ночь и день станут едины. Голос слабеет, слова путаются и искажаются, но подожди, тут есть еще кое-что. Тайна силы этого лука записана где-то в другом месте. Я думаю, есть еще части пророчества в других свитках. Да, теперь я вижу. В одном описаны древние тайны драконов, в другом говорится о могуществе древней крови. Взор мой слабеет, и я больше ничего не вижу. Чтобы прочесть пророчество целиком, нам понадобится два других свитка. Весело. Так, Харкон, Харкон, Харкон. Это оказалось не так полезно, как я надеялся. Короче, ты не знаешь, где находятся другие свитки? Моя предательница-жена украла один из них и пропала. Что касается другого... Он, как я слышал, погребен в каких-то двемерских развалинах. Похоже, что наша работа пока не закончена. Но я ждал очень долго, и сейчас мы близки к цели, как никогда. Я могу подождать еще немного. Окей. Так, выполнено. Пророк, что дальше? В погоне за эхом. Ну что, Сарана? Мы можем поговорить пару минут. Что у тебя на уме? Это жрец мотылька Диксион. Он сказал, что нам нужны оставшиеся два древних свитка. Думаю, я знаю, с чего начать поиски. Так, почему ты не сказала это раньше? Не хотела, чтобы кто-то еще услышал. Особенно мой отец. Так, что между вами вообще двумя происходит? Наши пути разошлись, когда он решил, что его судьба — выполнить то пророчество. Не думаю даже, что он видит во мне дочь. Так, скорее, инструмент. И где же древний свиток? Нужно найти Валерику, мою мать. Она определенно должна знать, где он. Если нам повезет, он у нее. Ты же сказала, что не знаешь, куда она ушла. Во время нашей последней встречи она сказала, что спрячется в безопасном месте. Там, где отец не будет ее искать. И больше она ничего не добавила. Но она так сказала это там, где он не будет искать, словно хотела привлечь мое внимание к этим словам. Угу. Так вот, похоже, она была осторожной. Может быть. Я не могу только понять, почему она это так сказала. Помимо всего прочего, я не могу представить, где мой отец не стал бы ее искать. У него было столько времени. Есть идеи? Нет, Стража Рассвета нет. А что, если где-то прямо в замке? Погоди-ка, в этом есть смысл.
Я когда-то помогала маме возиться с садом во внутреннем дворике замка. Все ингредиенты для наших зелий были оттуда. Она всегда говорила, что отцу это место не по душе. Слишком спокойное. Так, не слишком ли рискованно оставаться... не слишком ли рискованно оставаться рядом с замком? Безусловно. Но мою мать так просто не испугать. Хотя, я не думаю, что мы просто так пойдем и там ее увидим. Но посмотреть стоит. Тогда отправляемся, так ладно. Как мы можем туда попасть, чтобы об этом не узнал твой отец? Доверься мне. Я здесь прожила достаточно долго и знаю каждый уголок. На северной стороне острова есть заброшенная бухточка. Прежние хозяева замка пользовались ей для завоза припасов. Туда выходит старый тайный ход из замка. Думаю, мы там пройдем. Ну тогда пойдем? Пойдем. Это совсем рядом. И где? Исследовать внутренний двор. Что тебе нужно? Где же этот внутренний двор? Тебе тут всегда рады. О, господи, я-то думал, что он сейчас... Окей. И не собирался. А хотя нет, собирался. Где они там? Согласен, проще некуда. Допусти ты меня. Оу, нет. Так, где-то у нас Трелы. Так. Сарана, отвернись. Так, и еще одну. Надо поспать. Это мне что-то напоминает. Так, ладно. Тут есть этот ход, а? Увы, здесь только кладовка. Ладно. Пойдем. Да, поскорее. Так. Ну что ж, выходим. Блин, я не помню, куда идти, но... Надеюсь, что по дороге-то вспомню. Ага, во. Показывает, что нам надо куда-то туда. Интересно. Так, устанавливается, да. Хотя да, блин. Зачем я приблизил рассвет до 1 часа? Ну ладно. Здесь ничего нету. Совсем ничего. Одни камни. Так, печально. А все-таки куда мне идти? Блин, конечно, жить вот на таком островке, в таком замке, ну, блин, даже не знаю. За поворотом? Стоп. Подожди, в смысле, да, сразу за поворотом? Ты что хотела этим сказать? Тут что, где-то есть ход? Или я что-то... Я просто помню, что как-то тоже провтыкал этот момент и долго обходил. Может, мне так идти, ладно. Наткнемся как-нибудь. А, во, вижу. Он, конечно, и есть большой, но так кажется больше. Согласен. Так, вроде бы здесь кто-то будет, поэтому давайте-ка сохранимся. О, уже вижу. На этой, на мини-карте. Кто там, кто там, кто там? Опа! Скелет. Блин, я на секунду подумал, что какой-то... Не знаю. Даже не знаю, как это описать. Блин. Не, не дотягиваюсь. О, стой, стоп. Иди-ка сюда. Так, а что у меня? Огонь? Да, огонь. Отлично. Оу. Срана ты все-таки жестокая. Я думал, ты будешь помягче. Хотя не, вроде бы она и помягче, в отличие от ее отца. Так, сюда. Огонь, огонь, огонь. Ну-ка, пожарить скелета, конечно, как-то не очень веселое занятие. Так, всех поубивали? Нет, не всех. А где еще один-то? Так, это свой. А, вот он. Ну, дружбан. Какого хрена? Ладно, к черту. К черту эти вот все эти церемонии, все эти стрелы. Сейчас просто возьму и подойду и вмажу.
покрепче причем. Не трожь срану! На! Вот-вот. Тык-тык-тык-тык. Так, ладно, где там у них вход? А вот и вход. Уже вижу. Блин. Воликхар? Или Волкихар, я уже забыл, как называется этот замок. Катакомбы. О, очередное зловещее место. Ну, посмотрим, чем оно так зловеще. Злокрысами. А, быстро. Даже не ожидал. О, привет. Я тебя знаю. Ну, давай, давай, расскажи мне. О, привет. Опа. По-моему, мы немножечко остудились. Хотя такой жаркий летний день как-то и не грех остудиться. Что это было? Не было сомнений. А что тут дикий вампир делает? Мне вот этот вопрос больше всего смущает. Эй, дикий вампир, стоять! Стою! Это срано. А что это с ней? А, вот. Да подожди ты. Блин, что с тобой? Вот тебе. Догорит? Догорело. Догорело. Фрагмент дневника. Ну что, почитаем эту Санта-Барбару. Так. Уже забыл, как это называется-то. Фрагмент дневника, по-моему. Фрагмент. Ищем фрагмент. Фух. Блин, действительно жарко. Так, недостаточно высокого положения, чтобы жить в их дурацкой крепости. Тупые мрази даже не догадываются, что теперь я живу в подвале и приручаю их же собственных гончих смерти. Я им еще отомщу. Хм. Кто-то давно зуб точит на семью Сараны. Вау. Так, а где Сарана? А, вот она. Так. Так. Тут пришлось ненадолго отвлечься. Я уже забыл, на чем мы остановились. Так. О, сильное зелье лечения. На полу валяется. Ничего себе. Кстати, а для чего этот рычаг? Ну, явно здесь что-то где-то открылось. Что тебе нужно? Только где? Похоже, где-то здесь. Ну-ка. Когда у моего отца случился приступ паранойи, он установил здесь защитную систему. Если мы пойдем этим путем, то можем найти другой ответ откуда. Ну, ты не дал договориться ранее. Это будет тебе уроком, да. Так, черт эти ловушки. Че, где? Что? Собака! Так, ну... Ну иди сюда. Так, что у тебя там, срана? Срана, ты где? Что? Это с ней. Почему у нее вот такое вот происходит? Что это, черт возьми? Ладно. Меньше знаешь, крепче спишь. Так, где там у нас пламя? Что у нас здесь? Здесь... О, ничего. Так, а что у нас здесь? О, паутина сколько... Гигантский морозный паук. Воу! А, елки, я отравлен. О, прости, паук. Новый уровень. Так. Здоровье. Магию на этот раз. А, теперь. Восстановление. Ну да. Поскольку... Ну-ка, а двойное восстановление можно? О! А, кстати, одна способность есть лишняя. Надо ее на что-то... На что? На одноручники. Во!
О, не, не, стоп, это двуручное. Мы уже двуручным давно не пользуемся. Так, одноручие, боевая стойка. Или может... отмена, стой. Может, рубаку можно прокачать? Нет. Почему? Ладно, боевая стойка. Ну, все, хана. Эй, подожди. Подожди, мы стой, мы кое-что не выяснили. Так. А что мы не выяснили? Так. О, как. Ого! Это что сейчас было? Теперь что, всегда так будет? Ничего себе. Только ставим это. Да. Что тебе нужно? А, квест пройти. Вот что мне надо. И куда дальше идти? Вот такой вот вопрос возникает. О, блин, паутина. Ну, ненавижу я паутину. Так, а здесь у нас... А здесь у нас крови много. Поэтому туда явно уж не идти. Так, куда дальше-то? Ну, получается, сюда. Судя по всему. Этот путь ведет во двор. Иди прямо к двери. Окей. Так, вот дверь. Ну что ж. Волки Хардвор. Да, у Стражи Рассвета это, конечно... Мы добрались до внутреннего двора. Помню, здесь говонка будет еще та. Что, нет? Ты где, кстати? О, вот ты где. Ну, что скажешь? Что здесь случилось? Ну? Здесь все разрушено. Тебя давно здесь не было. Мертвые. Похоже, сюда до нас 100 лет не заходили. Угу. И что сделать надо? Этот проход вел в центральный зал замка. Похоже, мой отец его запечатал. Ну, я да. Обычно гуляла тут после ужина. Здесь было красиво. Верю, верю. Жалко, что сейчас не лицезреем. Это был мамин сад. Ты представляешь, какую красоту может создать мастер за 100 лет заботы и ухода? Она бы очень расстроилась, увидев это все. Постой. А-а-а! Это ты сделал или чё? Что? Что-то не то с лунными часами. Не хватает символов, и круг как-то перекошен. Я даже не знала, что символы можно снять. Возможно, моя мама пытается что-то нам сказать. Отлично, осмотреть лунные часы. Ну а что тут их осматривать? Не хватает деталей, надо искать. А, вот одна. Символ бывающей луны. У вас нет необходимого символа. Говорю тебе, с лунными часами явно что-то не то. Да ладно тебе. А я что тут делаю? Сейчас пытаюсь их настроить. Где вторая часть? Так, грибы, грибы. Ага, вот еще одна. Так, можешь сразу поискать их, а потом уже расставить. Не знаю. Нет символа. Здесь вообще нельзя поставить. Здесь тоже. О, вот сюда. Тр-тр-тр. Так, где-то еще должны быть. Так. Что это? Не, катакомбы, знаете, нагулялся уже. Я хочу еще найти. Вот эти вот штучки. Так. Колючая трава. Совсем не то, что надо. Совсем. Так. А все-таки, а где может быть этот? Еще. Еще этих как. Я даже не знаю, как эти штуки называются. В общем, фрагменты от лунных часов. Здесь больше нету. Странно, может я где-то еще пропустил. Вот, кстати, здесь я был, не был. Был, не был, был, не был. Сейчас узнаем. Да вроде бы был. Блин, вот за что этот момент не люблю. Тут надо их искать. А они, блин. Как-то картинка странно двигается. У меня аж глаза заболели. Так.
А тут где-то еще они должны быть. Где они, собственно, еще могут быть? Я уже не помню. Ну-ка. Говорю тебе, с лунными часами явно что-то не то. Я-то понимаю, что с ними что-то не то. Я просто не понимаю, что еще здесь надо. И как вообще смотреть? Ну-ка, что у меня за задание? Лунные часы смотреть. Да у нас... Ну вот, не хватает. Ну вот, я тут добавил. Вот, нет символа необходимого. Говорю тебе, с лунными часами явно что-то не то. Так, что особенно в этих часах? Насколько мне известно, предыдущие хозяева замка держали во дворе солнечные часы. Но она уговорила эльфийского мастера внести изменения в конструкцию. Видишь? Вот из-за... В том-то и дело. Как... Но она любила эти часы. Не знаю, может это как... Пока не знаю. Возможно, мы выясним, если найдем пропавшие символы. Да ладно. Пропавшие символы. И где мне их искать? О, блин, ненавижу эти моменты в Скайриме. Искать дурацкие... Попробуй найти недостающие символы. Они должны... Да хватит капитанить, я и так знаю. А ну-ка, здесь я искал... Опа, не искал. Вот здесь я-то и промахнулся. Блин, если бы еще не подлагивал местами, так вообще было бы чудесненько. Если бы у нас были символы, нам не пришлось бы торчать в этом замечательном месте. Да вот. Все нормально. Смотри, оп, 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 оп. Очень умно, мама. Очень умно. Я никогда не была в этих тоннелях, но готова спорить, что они идут под двором, прямо в развалины башни. По крайней мере, мы приближаемся. Идем. Пойдем. Я не против. Это лучше, чем торчать на месте. И ничего не делать. Ничего нету. Все, открываем дверь в руины Волкихара. Вообще, название какое-то странное. Но, в принципе, мы здесь не картографы какие-нибудь, чтобы там изучать всякие названия мест и прочее. Нам и без того своих забот хватает. О, сохранение. Так, о. Золотишко. Это я люблю. О! Прелестно. Только чем? Никогда не видела эту часть замка. Будь осторожнее, я не знаю, что тут может оказаться. Я сам не знаю. Давай посмотрим. Так же интересней. Воу! 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 Ну, привет. Че, кто еще хочет со мной сразиться? А, вот ты где. Добью тебя. Вот так вот. Блин, че вы какие-то бедные? У вас вообще ни одного септима не найдется. Постоянно. Так, где там еще у нас гулял? Иди сюда. Все. Так, куда здесь еще можно пройти? Да чтоб вас! Да чтоб вас! Горгулья! Да почему она не... Почему? Почему? Я не могу сейчас... А, блин. Так. Есть идея. Так, где у нас там лечение? Во-первых. Пусти, пусти, пусти! О, господи, срано, что ты меня подставляешь-то? О, срано, ничего себе. Да ты без меня неплохо справляешься. О, нет, зачем мне эта малахитовая руда? Кстати, сохранится. Идем. О, 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 срано, полегче. Полегче. Так, ну я сохранился, так что мне особо ничего... Не страшно. Так, минус один. Минус два. Так, кто у нас еще остался? Кстати, что-то мы совсем не пользуемся силой вампира Орда. Как-то неправильно, но... Можно было, в принципе, и сейчас воспользоваться. Вот так вот. Так, что у тебя? Опять?
Ничего толкового. Где, где она там? С кем она там? Блин, как бы... Ой, не то. Нет, не то. Да. Эх. Что? Так вот. Вот и все. А тут немножечко затупил. Но это бывает. Кто там? Кто там? Кто там? Точнее, где кто? Ах вы, блин, задолбали уже. И так у меня тут с жизнями как-то не особо. Нате! У-у-у! Сразу, ты цела? Трындец. Вот это, конечно, поворот. А, блин, адеп. Ну, попробуем. Ага. А, значит, сюда. Почти открыл. Ну-ка, может, где-то здесь? Вообще легкотня. И что у нас здесь? Сундук, зелье. Пойдет. Но мне же не пошло. Где что? Подожди, ты о чем? Ты о чем? Срано. Сюда, что ли, кто-то идет? Да, нет. Блин, я сам не знаю, куда идти. Наверное, где-то здесь, если я не ошибаюсь. Да, я не ошибаюсь. Так, стойте-ка. Давайте-ка сделаем так. Таланты? Хочу все-таки повоевать немножечко. Вы что делаете? Ну, все, ты меня... достал. На тебе. На тебе. Опа. Отлично. А, стой, это не живая душа, что ли? Блин. Сран, ты забрала мой фраг. Это был мой фраг. О, привет. Давай, на тебе, раз. Сейчас соберем всю силу. Опа. Опа. Все. Да, похоже, на них это не действует. Печально. Так, куда дальше-то идти? Похоже, только прямо. Ой, срано, прости, не хотел. Ну ты просто стоишь так рядом. Ну давай ты. Да блин, с... прости, срано. Короче, на тебя. На тебя. На тебя. Да, так прикольней. Так, что из... А, не, срано. Срано, у меня союзник в пустоте, господи. О, хотя бы цепь могу активировать такому. Так и знал. Эй, ты что, обнаглел? Ну на. Так, а что у меня еще тут есть? Восстановление формы, зрения. Не, не подойдет. О! Так, где у нас там? Иди сюда! На тебе! О! Такой, еще один. И что это я сделал? Опс. Срано, прости. Как тебя вытащить? Рядом враги. Где? Блин, а как ее вытащить? Как ее вытащить? Ну-ка, может, можно этим открыть? Кстати, да, возможно. Но я нашел путь. Смешно. Так, ладно, идем. Просто идем. Оу! Ну иди сюда. Давай, рукопашка. Ну, давай. На тебе. Раз. На тебе. На тебе. Два. На тебе. Три. Все. Ты цела? Извини, если попадаю. Я не виноват.
О, там еще проснулись. Нате вам. На. И еще. Нате, я тебя спасу. Ой, не так. Лучше уж рукопашку и не париться. Ну, иди сюда. На тебе. Я не боюсь твои эти фокусы, Копперфильд. Ой, саран. Тихо. Чё ты так лезешь? Так, идем вместе. Командная работа, не забывай. Ну что, давай в рукопашку. Так вот. Что у нас еще осталось? Все. Ну, теперь осталось найти путь, куда дальше идти. Может, не сюда? Блин, не могу ничего взять. Как печально. Но уходить из облика вампира Орда тоже не собираюсь. О, гаргулья здесь явно не просто так. Так и знал. Вообще, надо по-хорошему сохраниться было. Ну, я как всегда забыл. Так. Ну, кто там на меня? Давай, иди сюда. Погодь. Так-то мне неудобно немного. А ты чё? Оу, чёрт. Помогите кто-нибудь. Блин, всё-таки я его убил не так, как надо. А, всё? Все живы? Ой, точнее, все мертвы. А что сделать здесь надо? Нам явно куда-то туда. О, что это? Интересно. Все-таки немного не понимаю, что-то мне... Не думаю, что мы уже достигли самого верха. Здесь должен... Тайный проход, да. Тайный ход. Ладно. Разберемся так. Все? Готово. Мы уже близко, я уверен. Хорошо. Да, я для начала вот так сделаю. Так. Ну да. О, нет, это спать. Кстати, что это? Броня вампирской знати. Сколько? 43. Мы уже близко, я уверен. Может, стоило взять? Не знаю. Вот же. Мама обо всем позаботилась. Она всегда оказывалась умнее, чем я помнила. Вот видишь как? Так, может, зря я это отключился от облика вампира? Хотя, может, и не зря. О, хорошее местечко. Так, она меня там догоняет. Подождем. О, все. Посмотри только. Должно быть, это здесь. Я знала, что она увлекается некромантией. Это она обучила меня всему, что я знаю. Но я не ожидала увидеть такую обстановку. Посмотри-ка. Она, наверное, годы потратила, чтобы собрать все это. Что это такое? Йорик. А зачем ты так бежишь? Не уверена насчет этого круга, но он точно особенный. Давай осмотримся. Где-то здесь должна быть какая-то зацепка. Она укажет, куда подевалась мама. Окей. Что конкретно ищем? Мама вела исследование весьма тщательно. Если мы сможем найти ее заметки, там должны быть подсказки. Окей. Я помню, она вела дневник. Попробуй его откопать. Копать дневник? Ой. О, золото! А, это осколок камня душ. Ой, эльфийский кинжал зов. Ну ладно, если что, выброшу его. Буду знать. Ну... Продолжай искать ее заметки. Наверняка она вела дневник или что-то такое. Может, здесь где-то... А, во! Дневник Валерики. О, хорошо, что еще помню, а то пришлось бы долго искать. Письма из Винхельма. Стой, где-то здесь... Опа-на! О, помню эту книгу. Читал. Веселая книга. Потом расскажешь преподавателям, что ты читал этим летом.
Как дела? Так, значит, записи твоей матери нашлись. Правда? Покажи скорее. Взяла что-то из воздуха. Что за Каирн... Ой, Каирн душ, о котором она пишет? Я знаю лишь то, что она мне рассказывала. У нее была теория о камнях душ. Что души внутри них никуда не пропадают после использования, а отправляются в Каирн душ. А почему ее интересовало, куда отправляются души? Каирн душ – пристанище весьма могущественных существ. Некроманты отправляют им души и получают взамен магические силы. Мама много времени потратила, пытаясь вступить с ними в контакт, посетить Каирн душ. А если она добралась туда, мы ее найдем. Круг в центре комнаты, какой-то портал, определенно. Если я все правильно понимаю, здесь приведена формула, которая откроет нам безопасный проход в Каирн душ. Ну, что нам понадобится? Горсть осколков камней душ, немного костной муки мелкого помола, изрядную щепоть очищенных солей пустоты. Ох, проклятие. Что-то не так? Еще нам понадобится образец ее крови. А если бы мы могли взять такой образец, зачем нам вообще было бы тащиться в Каирн душ? У вас ведь общая кровь. Идея. Будем надеяться, сгодится. Ошибки при работе с порталами могут выйти боком. Ладно, хватит болтать. Пора начинать. Здесь есть эти реагенты? Да, наверняка. У мамы в лаборатории всегда были большие запасы. Надо лишь как следует поискать. Окей. Поищем. Ладно, давайте-ка поищем в следующей части. А пока что с вами был я, Глеб. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.